Стихотворение «Правила чтения». Твердо запомни, что прежде чем слово начать в упражнении, следует клетку грудную расширить слегка и при этом низ живота подобрать для опоры дыхания и звуку. Плечи во время дыхания должны быть в покое, недвижны. Каждую строчку стихов говори на одном выдыхании и проследи, чтобы грудь не сжималась в течение речи, так как при выдохе движется только одна диафрагма. Чтение, окончив строки, не спеши с переходом к дальнейшей. Выдержи паузу краткую в темпе стиха, в то же время воздуха часть добери, но лишь пользуясь нижним дыханием. Воздух сдержи на мгновенье, затем уже чтение продолжи. Чутко следи, чтобы каждое слово услышано было. Помни о дикции, ясной и чистой на звуках согласных. Рот не ленись открывать, чтоб для голоса путь был свободен. Голоса звук не глуши, при дыхательным тусклым оттенком. Голос и в тихом звучании должен хранить металличность. Прежде чем брать упражнение на темп, высоту и на громкость, нужно внимание направить на ровность, устойчивость звука. Пристально слушать, чтоб голос нигде не дрожал, не качался. Выдох веди экономно с расчетом на строчку. Собранность, звонкость, полетность, устойчивость, медленность, плавность. Вот что внимательным слухом сначала ищи в упражнении.